Два мутных пятна бегают по полю. Честно сказать, когда я приехал в Оренбург, Дмитрий Степанович, я думал, это тренер по вратарям. С кем ты подраться хотел? После предыдущей игры Николай хотел закончить жизнь самоубийством. Тит выходит на Оренбург-арену. Говорит, мне путь этот дал Оренбург. В аплодисменты, все плачут. Я кидаюсь в ноги, его целую. Команда у нас просто, ну, топ. Против нас не нужно никогда соревноваться. Никогда. Равных нет.